Хочу показать, в каких условиях температурного режима живет наш ветеран, блокадница. Холод в квартире невыносимый, постоянно находится под обогревателями. Два обогревателя, включенные газовые колонки. Вот я вам сейчас ориентировочно покажу. Бывшая спортсменка, заслуженная блокадница, ветеран. Вот ее. Вот ее жалобы. За сколько лет на холод в квартире? С 12-го года человек борется и никаких результатов. Вот ее документы. Вот я все вам показываю, но это еще не все. Если все разложить, тут не хватит и квартиры. А вот стоимость электроэнергии, за что она платит за отопление и плюс за электрообогревание. Не знаю, сколько она заплатит еще в январе при наших сегодняшних морозах. Это трудно сказать, неимоверно. Сейчас покажу вам, как далее. Вот конфорки горят. Не горят конфорки, холод вообще невыносимый. Прошу вас обратить на это внимание. Большое спасибо. С уважением, Карина Петровна.